Здравствуйте. Многие люди при ремонте в квартире пытаются сэкономить, и это нормальное желание человека. Но экономить на грунтовке нельзя, и неважно, какой этап вы хотите пропустить. Грунтовка стен или пола, кирпича или бетона, грунтовка под обои или под покраску. Давайте попробуем определиться, зачем нужна грунтовка. Итак, начнем с главного. Что такое грунтовка? Грунтовка – это один из малярных составов, применяемых в целях укрепления и обеспыливания обрабатываемых поверхностей. К примеру, после нанесения грунтовки на стену, заранее выровненную шпаклевкой и отшлифованную, на поверхность шпаклевки образуется тонкий слой. После окончательного высыхания грунтовки его хорошо заметно невооруженным взглядом. Поверхность становится более блестящей. На ней нет строительной пыли. Если рукой провести по отгрунтованной поверхности, заметно, что она стала более скользкой, но в то же время более шероховатой. Это частички пыли приклеились к поверхности. В то же время, если надавить ногтем, становится видно, что деформация шпаклевки происходит только под ребром ногтя. Края в давленной области более резкие и не крошатся. Хочешь узнать больше? Ставь лайк, подписывайся и жми на кнопку колокольчика для настройки уведомлений о выходе новых серий. Вне зависимости от вида начальной поверхности, кирпич, бетон или дерево, и чередование отделочных слоев, штукатурка, шпаклевка, обои или краска, применять грунт чрезвычайно важно. Обратимся к строительным нормам и правилам. СНИП. В них четко предписывается проведение огрунтовки перед покраской наклеиванием обоев, штукатурных и шпаклевочных работ. Грунтовку можно применять как снаружи, так и внутри помещения. Скорость высыхания около 4-5 часов. Перед нанесением желательно убрать все розетки и выключатели со стены, а провода тщательно заизолировать. Грунтовка поставляется в жидком виде, а значит готова к применению после вскрытия. Это белая или розовая жидкость, по заявлениям производителей, без запаха. Хотя после применения грунтовки определенный аромат в помещении витает. При покупке обратите внимание на название. Зачастую в одинаковых емкостях на прилавках стоит грунт и грунт-концентрат. Канистр с грунт-концентратом, как правило, дороже в 3-4 раза, поэтому берут разбавленную готовую грунтовку. Естественно, концентрат необходимо разводить, поэтому и выход готовой смеси намного больше. Следовательно, бегать в магазин за новой грунтовкой придется реже. Учитывайте этот момент при покупке грунтовки и просчитывайте объем предстоящих работ заранее. С тем, что мы можем потрогать и пощупать сами, мы разобрались. А что же обещает производитель грунтовки? Как меняются свойства поверхности после нанесения грунтовки? Конечно, на первое место выходит высокая адгезия или прилипание поверхности разнородных тел. На втором месте – паропроницаемость. После применения грунтовки у материала должна остаться способность пропускать пар, или другими словами, дышать. Немаловажным параметром является экономичность и приемлемая цена. Напомню, мы начали с того, что хотели сэкономить. Если вы наносите грунтовку стен под обои, то вас заинтересует еще одно свойство грунтовки – снижение способности поверхности к впитыванию. А это значит, можно сэкономить на клее для обоев. Ну или краски, если наносите грунт под покраску. У вас бетонные стены или монолитный каркас? В таком случае ваш вариант бетоноконтакт. Применяют грунтовку и для нанесения на пол. После этого улучшается растекаемость самовыравнивающихся смесей для пола. Нужно наклеить плитку в ванной комнате? Нет проблем. Здесь тоже нам помогут грунтовки глубокого проникновения. Они увеличивают влагоустойчивость основания. Так что даже при неаккуратном принятии душа шанс увидеть соседей снизу в дверном глазке уменьшается. Обращайте внимание на эти свойства грунтовки перед покупкой и выбирайте те, что нужны вам. Как всегда, немаловажным фактором для качественного выполнения работ является не только материал, но и сам процесс выполнения работы. Грунтовку следует наносить на поверхность равномерно, не допуская разводов и потеков. При нанесении на шпаклевку нужно быть особо осторожным. Впитываемость шпаклевки довольно высокая, а верхний слой быстро размокает. Поэтому крайне рекомендуется проходить по одному месту больше 2-3 раз. Размягченная шпаклевка может засохнуть полосами. Особенно эти полосы будут заметны после нанесения кисти, которая царапает поверхность. Используйте для нанесения шпаклевки валики или пульверизаторы. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся и жми на кнопку колокольчика для настройки уведомлений о выходе новых серий.